Не, смотрите, Катя там что запушила, и Катя что сделала? Катя создала другую ветку. То есть у нас сейчас в нашем гид-репозитории две ветки. Если мы в нашей консольной команде напишем git bash he. Блин, она открылась в другом, но в этом. Если мы здесь напишем git kpshow. Прикольно, git kpshow. Супер. Мы откроем графическую такую UI-чик, интерфейс, в котором там отображаться будут. Опять на другом мониторе оно открылось. Возвращаюсь сюда. Наши ветки. И мы видим, что у нас тут несколько веток, но они на одном уровне находятся, они еще как бы не разветвились. То есть у нас есть состояние нашего мастера. А нет, стоя мастер. А нет, вот, пошло. Мастер пока остановился здесь, просто мастер еще никуда не ушел. Ветка мастер. И появился тест-бранч. Вот Катя в тест-бранч, видите, Катя в тест-бранч закидывала свои изменения. Соответственно, мастер как бы остался здесь, а этот пошел сюда. Когда мы сейчас с мастером будем работать, у нас в мастере появится такое ответвление и пойдет параллельная веточка и пойдет сюда. То есть у нас как бы две ветки будут, одна. Ну, если они разные будут, но мы их все равно склеим, смержим, соответственно, они сольются в одну и пойдут опять по одной пока. Ну, потом мы с вами поработаем над другим. Переключиться в этом можно, по-моему, дабл-кликом. Здесь просто дабл-клик делаем. Или правой кнопкой. Check on this branch. Check out on this branch. А можно в консольке check out. Чтобы переключиться на другую ветку, команда check out. Check out. И табуляция. Можно узнать, какие у нас там ветки в доступе есть. Есть всякие сложности. И вот test branch. Test branch. И мы можем написать тест. И все. И мы перешли на другую ветку. Видите, здесь написано уже тест-бранч. Раньше мастер был написан. А сейчас тест-бранч. Тест-бранч. Это значит, что у нас там все поменялось. Сейчас тут перезагрузится или уже перезагрузилось. Ты записываешь? Да, записываю. Записываю. И давайте. Да, привет, друзья. Ставьте лайки. Мы, короче, будем сегодня изучать с вами Redux. В более детально я ребятам объясню. Много часов буду объяснять, но минимум 2 часа. Что такое Redux? Что такое Sunk? Что такое... Что еще? Что такое Store? Ну, короче, всякая вот эта вот муть. Что я хотел вам показать? Запустить хотела проект. Запустить проект я хотел. Сейчас я давайте... Давайте прямо здесь CD сделаю. CD... React, React App, и здесь напишем npm start, да? Надо еще сервер запустить, да, локально? Я в ну окей, пока, значит, не запускаем, если без него можно. Run fake сервера, уже два появилось у нас батника почему-то. Кто знает почему. Так, запускается. Error. Сейчас глянем React App. NPM start. Так, давайте здесь напишем NPM start. CMD можно прямо тут, по-моему, написать. Консолька вот засветилась. Сейчас она на другом мониторе. И NPM. Не знаю, в чем дело. Ошибка. React scripts. А что ты, Катя, делала, добавляла? Давайте посмотрим, что Катя добавляла. Можно с тем же графическим вот этим вот этой штучкой тоже пощелкать сюда и вот увидеть. Package log. Катя добавила, app.js поменяла. CSS тут убрала, но ничего, короче, жесткого не сделала. А вот app.js заимпортировала меню и search. Меню и search какое-то прикольно. Меню за меню компонента. Тут картинки добавила. Package.json изменила. Почему? Что-то в него вставила. Post CSS loader, да? Ты достроила веб-пак?
Ну какая же тема? Значит, тут изменен этот. Как минимум, я должен npm install написать. Если изменен package.json, значит, там какая-то зависимость новая появилась. А это значит, что у меня зависимости это еще нет, потому что node-models папка. Вот все зависимости по итогу попадают в папку node-models. Она вообще у меня здесь нет ее. А где она, интересно? А, значит, я вообще не инсталлировал ничего. Да. Поэтому, ну, даже в вашем случае, если вы уже инсталлировали, и у вас она есть, она в репозитории не попадает, эта папка. Поэтому, если кто-то изменил package.json файл, вам надо все равно написать npm install. А, ну вон, тут и написано. Local package.json существует, но node-models missing, ну, отсутствует. Это, do you mean, типа, ты хочешь чуваку инсталлировать? Да, сейчас проинсталлирую. Я пока, давайте потихоньку буду вам рассказывать про Redux. Про Redux. Redux, Redux, Redux. Сейчас буду здесь картиночки такие делать какие-нибудь. Redux это BLL. Это значит, что от состояния этого BLL зависит состояние нашего UI. Нашим UI в React являются все компоненты. То есть все компоненты, что у нас есть, это все наш UI. А компоненты, они все имеют метод рендер, они все нужны для того, чтобы там что-то отрендерить. Поэтому component1, component2, с ошибками пофигу. Потом здесь вложенная какая-то component item1, component item2, потом возвращаемся к компонент 3. Ну и достаточно этого. То есть от BLL зависит, что это все отрисует. Как это все попадет сюда? Как это все сюда попадет? Подписаться. То есть у нас всегда есть какая-то APP компонента, главная компонента, в которой вложены все эти штуки. И вот эта вот главная компонента... Сейчас я... Вот эта главная компонента, она подписывается на store. Да. То есть пишется store, subscribe. И вот когда изменение происходит, в этом subscribe мы говорим store, ты изменился. Мы говорим store, get state, дай мне новый state. И мы этот state прокидываем... Прокидываем, условно говоря, вот сюда. Получили state и прокидываем в app-компоненту через пропсы. А она уже через пропсы каждой компоненте дает свежие актуальные данные, и каждая компонента перерисовывается. Понимаете? То есть самая главная задача наша — поменять BLL. В BLL у нас сидит Redux, напишу сейчас. Redux. Вопрос, как мы можем, как и кто может в BLL поменять состояние? Кто угодно, вообще кто угодно. То есть любая компонента может пнуть BLL. Тут вообще стрелочку, если как бы правильно рисовать, то ее бы правильно и было бы нарисовать. Сейчас я сделаю. Так, сотру. Ее было бы правильно рисовать в сторону вот... Ну, событие как бы произошло и пошло... Кисть, карандаш, что лучше, не знаю. То есть в эту сторону как бы пошло событие. То есть тут изменилось, пришло сюда, как бы, да, мы взяли новый state, ну, тут стрелочки, ну, пока, ну, просто так в редаксе пишут, пришло сюда новое состояние, и мы его прорисовали. Дальше, в любой момент времени каждая компонента может пнуть этот, ну, редакс, состояние, store, сказать, что сказать? Задиспатчить. Мы сами раньше BLL в обычном делали, когда реализация, там было куча методов разных. То есть мы как бы тут на кнопочку нажали и даем команду BLL. Создай там, добавь яблоко в корзину, создай там яблоко, создай to-do list там, короче, вы там create категория, delete категория, то есть куча методов. Сейчас методов вот здесь вот, интерфейс, вот стена вот такая вот. По сути тут два всего, между этим уровнем и этим есть два момента взаимодействия. Первый это subscribe. То есть, если там что-то меняется, мы можем подписаться, об этом узнать. То есть, интерфейс состоит из двух методов. А чтобы туда команду какую-то дать, мы говорим dispatch. То есть, мы все диспатчим. Мы говорим store dispatch.
Диспатчим какую-то команду. CMD. Action, action. А, у меня просто здесь я вниз смотрю и... Сейчас спрячу его. Там написано, не грузи пацанов. Всякой херней. Короче, вот, диспатчим action. Этот action попадает в мир редакса. И там в редаксе, короче, с ним что-то происходит. Это уже отдельная история, как редакс там и работает. То есть пока вот самый главный момент, чтобы вы уяснили, это вот между BLL-ом, редаксом и между React-ом, UI-ом. Сейчас напишу React. Взаимодействие, вот по сути, через, идет через два метода. Интерфейс subscribe и dispatch. Подписались мы на store, чтобы знать, когда там что изменилось, чтобы... А, ну и get state, да, непосредственно берем state еще. То есть три момента. Мы подписались, когда узнали, что что-то изменилось, мы берем state. Мы, в плане, мы React. Мы React подписались, мы взяли у store из мира BLL store. Подписались на его изменения. Когда он изменился, мы говорим, а теперь дай-ка мне свое состояние новое. Берем состояние и рисуем его здесь. Если нам отсюда надо команду отправить туда, то мы эту команду диспатчим. Команды, не команды, экшены называем. То есть мы диспатчим экшен. Что такое экшен, сейчас кого-нибудь спросим. Наташа, что такое экшен? Да, ну а что такое в терминах JavaScript, функции, объекты, там, методы, вот это вот все, что такое экшен? Валер, да. Ваня, что такое экшен? То, что он передает, получается... Что? Яна? Ты начинала React читать? Понятно, до редакции там еще когда Киева пешком. Артем? Экшен объект, который мы сюда испачкали. Да, экшен — это объект. То есть нам для того, чтобы дать команду store, нужно как-то это, команду эту упаковать. Объект — идеальное место, чтобы инкапсулировать внутри этого объекта вот информацию, что нам надо сделать. Любой экшен, он состоит из типа, то есть любая команда, экшен должен иметь название какое-то, строго его идентифицирующее, например, add user. И естественно, да, то есть эта команда прилетает в BLL, и редакс такой, блин, добавить пользователя, а какого пользователя? То есть какие еще там, какой у него e-mail, какое у него там имя, какая там... дата рождения, то есть мы в этот объект еще засовываем, инкапсулируем другие данные, которые важны для того, чтобы полноценно бизнес-логика редакс, чтобы полноценно мог закончить эту операцию. Поэтому мы говорим, для этого экшена важен username. Говорим username там, сейчас кого из вас выберем, Леша. Например, возраст. Сколько лег у тебя? 12, да? Бла-бла-бла. То есть то, что нужно именно для того, чтобы закрыть именно вот эту вот этот экшен, завершить. Если мы хотим, например, изменить статус ВКонтакте, как статус сообщения, у нас экшен тип его. Принято писать большими буквами, потом change status. Вот так вот принято писать, потом. Мы до этого дойдем, почему. Change status. Окей. Что надо знать, чтобы изменить статус? Видишь. Кого? Видишь. Например, то есть, хорошо, окей, user ID. User ID, например, вот такой вот. И что еще самое важное? Сам статус будет. Да, сам статус, новый статус. Ну, текстовый статус там. Статус. Статус там. Я уронил вилку. Все, то есть action — это объекты. Action — это объекты, мы такие объекты херячим и засовываем внутрь диспатча. Можете для начала писать так. Но на самом деле по некоторым причинам так не пишется, потому что создание этих объектов — это такая трудозатратная фигня. Можно ошибиться. Условно говоря, я хочу задиспатчить экшен добавить пользователя, вот я, да, нахожусь в этом мире, и как мне вспомнить вообще, какие должны быть свойства у этого объекта?
юзернейм или просто или логин слова. Age там или там date of birth. Ну, короче, как я могу вспомнить, какие. То есть это объект, да, это литерал объекта. У него неопределенные какие-то эти. Как мне правильно, вот да, находясь на этом уровне, как мне правильно написать add user? То есть, да, там, ну, подчеркивание поставить, add user, тут еще, ну, я буду усложнять, потом покажу вам. То есть, как это все сделать? Потому что вот это все, это как бы объект, который прилетает сюда, естественно, и этот чувак, они должны, ну, как бы об одних и тех же объектах говорить. То есть, объект должен быть в каком-то специальном формате, чтобы я его понял, да, потому что я бизнес-логика. Ты мне кинул какой-то объект, говоришь, создай пользователя, но я должен понимать, что есть такой тип, что у него обязательно есть два этих свойства и так далее. Соответственно, а я должен понимать, что этот уровень, я React, должен понимать, что редаксу нужен объект с тайпом addUser, у которого будет два этих свойства. Значит, я должен их не забыть добавить, не опечататься здесь нигде, E не пропустить, там, не написать name of user там, и так далее. Соответственно, что тут нам помогает это сделать все? Катя? Да, Леха, ты как бы так знаток уже, Катя, что нам помогает? Ну, не совсем, ну да, ну, вот это создание этого объекта, угу. Куда инкапсулировать? В Action Creator. Вот, да, в Action Creator. То есть у нас в этом, в редаксе, у нас в редаксе, на стороне редакса, в бизнес-логике, появляются такие функции, которые называются Action Creator. Action Creator. По сути, эти объекты в конечном итоге нужны бизнес-уровню, редаксу нужны. Action Creator. И вот появляются такие функции. Action Creator 1, условно пока. Сейчас мы их... Давайте мы сейчас сделаем так. Ну, они так не называются Action прям Creator. Они называются по имени конкретного экшена. То есть, если нам нужно сформировать такой объект, давайте его формирование вынесем сюда. Назовем, например, add user. Ну, пока давайте добавим Action Creator. А вообще, если как бы так уже, чтобы вам было понятнее, то этот метод вот так будет звучать. Create. И давайте я вам предлагаю пока так и писать. Create add user action. Создай add user action. Скобочки. А в скобочке мы передаем конкретно username и age. Легко очень посмотреть внутрь метода add user action и посмотреть, что ему требуется, какие параметры и понять, что надо сюда передать. А, сюда username передаем. Ну, сейчас покажу вам. Соответственно, вот такой вот метод. И вот этот метод внутри себя, он создает этот объект и его возвращает. Return type addUser username. Username берем отсюда. Age. Берем это тоже из параметров. То есть мы инкапсулировали... А, return слово, да, return. Мы инкапсулировали создание объекта с помощью литерала, да, объекта этих двух фигурных скобочек, инкапсулировали в какой-то функции. Соответственно, нам теперь здесь, чтобы задиспатчить этот экшен вот в этом уровне, нам не нужно думать, так, блин, какой тайп, бла-бла-бла-бла-бла. Мы просто берем и говорим. Просто берем и говорим. Так, нам нужен экшен. Вот давайте вот тут мы его диспатчим в story, вот тут вверху. То есть, да, нам нужно его получить, мы говорим var, давайте не var, let писать. Let action равно create add user action. И передаем там Леша 12. То есть мы говорим, эй, дай мне, ну, создай action. Передаем понятные параметры вот с такими характеристиками, нам возвращается action, и мы этот action можем задиспатчить. Понимаете? Давайте посмотрим в коде, как это было написано. Ты, Катя, это использовала сейчас? Окей, тогда посмотрим в том коде, который здесь я писал на прошлом занятии. А, ну здесь у нас сразу, у нас там сразу был sunk. У нас обычного экшена не было, у нас был sunk. Ну давайте я сейчас обычный экшен напишу. Так, давайте пробую стартануть приложение. npm start. И потихонечку, помаленьку попробуем сейчас это все вот повторить.
Нажму на паузу, пока здесь пока не стартует. А нет, оно быстро стартануло. Сейчас вот как-то, прикиньте, сделала, все уже готово. Там можно зарегистрироваться, залогиниться, и там уже деньги какие-то приходят. Клево. Что-нибудь найдем. А? Потому что не скомпилировался этот. CSS, либо LS. Компилировать должен кто? Webpack был? Да. И у тебя он компилировал, работал, да? Чувствую, ты крутая, молодец. Потому что я не знаю, как эту штуку настроить. Style. Style CSS, да? Да. Он есть. Жмем. То есть, да, нет стилей. Вы там сверстали, оно не стиле. Inspect элемент делаем. Обновляем. Лезем в network. Смотрим, что нам тут пришло. CSS, этот CSS превью. Тут только фонты подключились. А другого CSS больше нигде нет. CSS не загрузился. Смотрим, ты где-то должна была ставить CSS импортировать, да? Да, сам приложил. А по... А, Index.js? Mm-hmm. Ага. Ну вот это вот может быть косяк. Ты так, это ты прописал строчку? Какую? В Index.js. Да, нет. Ой, блин. О, что она была белая, стала черной. После белого стала. Не ты прописал эту строчку? Нет, это же Index.html. Да. Ты, наверное, вот пак сам прописал, нет? Чего? Ну, короче, смотрите, как здесь стайлы обычно импортируются. Да. То есть мы хотим, да, то есть мы берем какой-нибудь app.js. Ты импортировала где-нибудь? Да, 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 index.js. А, index.js. А ты в React, ты же не в React смотришь вообще, ты не смотришь до того, как мы делали на JS чистом с HTML. А, это фронтенд. Ой, блин, сорян. Сорян. Молодец, Андрюха. React App, SRC, Index.js. А, ну вот, Index.js. Так, а смотри, тут у тебя Index.js пустой какой-то. Не знаю, что. Это было бы 340. А, есть App и CSS. Voice, App, CSS. Это оно, Катя? Нет. Почему-то его нет. Что-то хак. Конкуренты, наверное. Куда ты делся? Ну вот индекс CSS. Ну вот он полупустой. Ну, короче, пока бог с ним, да. Давайте сейчас разберемся вот с тем, чем надо разобраться. Например, давайте добавим кнопку. Тут Redux подключен, да, все, вот Store есть. Да, это. Бля, это мы не запарили. Сейчас, этот проект просто открылся, и сейчас я это все вот закрою. Начну открывать. Вот. Угу. Store.js. Ну ниже, тоже. Что-то мне надо точно или выпить, или... Так, Redux. Фу. Store Factory ты добавил? А, пустая. Давайте ее удалим, Store Factory. Я хотел ее туда добавить, а потом понял, что оно как бы нам не надо. Profile.js. Короче, смотрите, не паримся о том пока, что делает с этим экшеном, что с этим экшеном делает Redux. Пока давайте поймем точно, как его диспатчить из того мира, из мира UI. Мир UI – это любая компонента, которая у нас вот есть в этом. Давайте далеко не… Ну, давайте в Search пойдем, хорошо. Идем в Search компоненту. Блин, нельзя просто кликнуть здесь Ctrl. Идем в Search компоненту. Здесь есть кнопка. При клике на эту кнопку… Где эта кнопка? Вот, button. Ничего не происходит. А мы сейчас что-то скажем, что-то, чтобы произошло. То есть мы хотим задиспатчить какой-то экшен.
У нас класс компонента, видите, нефункциональная. Нефункциональная компонента, поэтому мы хотим... А, ну ладно, у нас нет, короче, здесь доступа. Я вам говорил, смотрите по картинке, что у нас любая компонента может обратиться к стору и задиспатчить в него любой экшен. Для того, чтобы обратиться к этому стору, они где-то стора должны тут взять. Это тема отдельного разговора, это уже connect. А мы поэтому пока что пойдем в... app.js. app.js. Добавим сюда пока кнопочку. Добавим сюда кнопку. Куда-нибудь вниз. Button. Counter. И будем отображать. Потом будем отображать, пока ничего не отображаем. И вот здесь тоже app нужен store. Где app взять store? Где ему его взять? Например, из пропсов давайте возьмем. Пойдем в index.js. В index.js у нас создается store. То есть index.js это файл, который не является компонентой. Это просто какой-то стартовый файл, с которого все начинается. Самая наша как бы компонента это app.js. App. И вот давайте пока, ну здесь сейчас провайдер подключен, не обращайте внимания на этот провайдер, давайте я его сейчас закомментирую. То есть у нас есть app, блин, сейчас вот так. У нас есть app. Ему, этому app, этой компоненте нужен store. Store у нас лежит здесь. Самый простой способ это засунуть его через пропсы. Вот так вот. Все, внутрь нашего app пришел store. И наш app поэтому может без проблем к этому стору обращаться через пропсы. Поэтому, когда мы нажимаем на кнопку button, мы сейчас onClick прямо здесь напишем. Мы сейчас находимся в UI уровне, в React. При нажатии на onClick мы сейчас давайте покажем alert, проверим, что все работает. Проверим, что все работает. Нет, не работает. Frames were collapsed. Сейчас, может быть, эти комментарии не... И что DFD сразу выскакивает, интересно. Ну, пишет, что может иметь только один элемент. Почитает. Кнопка ниже, чем... А, угу. Супер, спасибо. Не, я думал, хэш-роутер мы засунули. А хэш-роутер, значит, давайте. Я думал, хэш-роутер тоже какая-то некоторая обертка, но нет. А что DFD сразу выскакивает, кто знает. Counter? Почему DFD сразу выскакивает? OnClick. Когда произойдет OnClick, мы выполним эту функцию. Засунуть ее в стрелочную функцию. Да, вот так надо. Молодцы, красавчики. Наташа, кто красавчик? Все, супер, да. DFD, то есть все. Но мы не хотим, как бы, показывать алерт, мы хотим отправить команду бизнес-логики. Все, мы знаем, чтобы отправить команду бизнес-логики, нам нужно задиспатчить какой-то этот, задиспатчить какой-то экшен. Давайте сейчас уберем эту стрелочную функцию и создадим отдельный метод, чтобы в нем работать, например, do something, something, сделай что-нибудь. Здесь напишем это do something. This. Do something, как мы делали с вами. Ну и забиндим на this, чтобы вот все было хорошо. И давайте сейчас alert сюда перенесем. То есть при нажатии на кнопку мы будем выполнять этот метод. Сейчас проверим, что ничего не сломалось. Супер, не сломалось. Все, ну в этом методе нам надо сделать что-то хорошее, что-то осмысленное. Задиспатчить action. И вот, то есть опять же, да, у нас есть доступ к стору через props. This props. У нас есть доступ к стору. И мы можем сказать dispatch. Dispatch. За dispatch action. Action это объект. Какой объект создавать вот сейчас? Вот какой объект создать? Например, увеличить счетчик на 1. Да, вот вы такие разработчики этого UI уровня. Кто-то там Redux пишет, а вы такие, блин, ну как задиспатчить? Что я должен задиспатчить? Там type. Какой type? Increase value или increase counter или... Просто increase, то есть какой тип написать. Насколько увеличить, нужно писать или не нужно, или один подразумевается.
value 1 или как? Или difference там, или, то есть как создавать этот объект? Какой объект ты должен задиспатчить? То есть сложно. Поэтому как бы эта responsibility на создание объекта перекладывается на бизнес-уровень, то есть на сам Redux. У нас в сам Redux попадаем, давайте в сам Redux. Давайте я создам в Redux отдельный файлик. Назову его counter, счетчик, counter.js. Поэтому в нашем Redux мы создаем просто, функцию, которая будет action creator. Экспорт. Сейчас пока создам просто функцию. Create. Давайте так назову. Create. Increase. Counter action. Давайте я подчеркивание это уберу. Что? То есть это какая-то функция. Только это пишется вот так. Вот стрелочная функция. Стрелочная функция, которая возвращает нам что? Ваня, что должна эта функция вернуть? Для чего нам эта функция? Что мы в ней хотим инкапсулировать? На предыдущем шаге с какой мы проблемой столкнулись? Обращаться на другого производителя, получается, объекту инкапсулировать. Мы здесь не можем диспатчить. Мы не можем, мы не знаем, какой объект создать. Какой объект создать? С какими свойствами и так далее. Поэтому мы эту штуку инкапсулируем в функции и на нее возлагаем эту ответственность. Поэтому это вот функция creator, action creator называется. Функция action creator. Но я хочу, чтобы вы видели create, increase, counter action. Или даже get давайте назовем. Get, дай мне, получи, да, получи. То есть, чтобы вы понимали, что эта функция ретурнит вам что-то. Она ретурнит вам тот самый объект. И она уже сама, то есть эта функция находится внутри бизнес-логики. То есть мы, как UI-пользователи, мы все равно мы пользуемся бизнес-логикой. Мы играем по ее правилам, то, что у нее там написано. Поэтому мы на нее и возлагаем эти вот ответственность, responsibility, заняться вот описанием этого экшена, который должен быть. Increase counter. Например, value. И говорим, просто передайте value, на которую надо увеличить счетчик. Все. У нас есть такая функция. Мы сейчас скажем, что это const. И скажем export. Вот для чего нам action creator. Давайте сейчас картинки вернусь. То есть у нас action creator — это функция, которая создает action, объект, в котором закопаны все нюансы, и возвращает его. И мы этот берем просто объект и уже диспатчим, предварительно воспользовавшись этой функцией. И вот у нас есть такая функция. Она находится, видите, в папке Redux. Это как бы представитель бизнес-слоя. Напомню, что на самом деле вот эти все разделения UI, BLL, это все как бы формальности некоторые. То есть, грубо говоря, что такое BLL? Это набор каких-то классов, функций, объектов, которые просто вот выполняют бизнес-логику. Что такое UI? Это набор каких-то классов, JavaScript какого-то, который работает с разметкой, сверткой. То есть UI, когда это уровень, UI — это user interface уровень. А что значит уровень? Это просто набор всего, что работает с UI. BLL – это набор всего, что работает с BLL. Так вот, мы эту функцию помещаем в BLL. И мы, получается, как UI, вот можем эту же функцию попросить. Типа, дай мне action в правильном формате. Вот, Леша, 12. В нашем случае мы этой функцией сейчас воспользуемся здесь в app.js, чтобы создать этот action. Var, давайте, const action равно... Мы вызываем эту функцию. Мы говорим там увеличить счетчик на 12. И эта функция getInCreaseCounterAction. Дай мне увеличивающий счетчик action. Дай мне action по итогу. Дай мне action — это уже как будто прилагательное. Увеличивающий счетчик action. Дай мне счетчик action. То есть action нам возвращается, и мы этот action диспатчим. То есть мы переложили ответственность на диспатч, на какую-то функцию, которая из того мира. Нельзя здесь, да, никак импортировать. Так никто не узнал, как импортировать? У меня само импортируется. Как само? Ну, раз интерфейс сам появляется, VS Code? Да. Какие у тебя расширения сейчас стоят? Посмотри, пожалуйста. У меня даже аутоимпорт какой-то стоит, Посмотри, какие расширения. Там с ума сойдет, он пока будет перелетать.
Ну фиг узнать, не получается. Ну ладно. Импортируем. Импортируем эту функцию. Руками на старте пописать импорт, это тоже хорошо. Идем относительно нашей папки в папку Redux. А потом идем в counter. Загружаем файл counter. Тут вообще JS как бы, его можно написать, а можно и не писать. Давайте пока напишем. То есть мы импортируем что-то из какого-то файла. Вот что это означает. Из какого-то файла мы импортируем что-то. На самом деле, все. Соответственно, сейчас, то есть что мы здесь происходит? Мы берем... Ну, вы поняли, короче. Мы action переложили, создание экшена на что? Как эта функция называется, Наташа? Что? Как эта функция называется в плане по роли своей? Как она называется? Action – это, например, объект, который мы передаем в dispatch, а функция, которая создает action... Ну, это конкретно это. А как эти все функции, которые создают action, они называются общим собирательным словом, короче? Все они называются... Action-креаторы. Создатели экшенов. То есть такой, ну, так как бы, то, что вам надо знать. Action-креатор. То есть вот это вот, вот это вот, action-креатор. Action-креатор, создатель экшена. Дальше. И вот все. Давайте поставим точку останова здесь. Вот давайте от дебаггера вообще отучаться, стараться. А по PGS, да, вот мы идем вот сюда, обновляем. Импорт ему не нравится. А, потому что, смотрите, какая штука. Вот опять, ставить здесь фигурные скобки или не ставить? Ну, ставить. Почему? Потому что не по дефолту экспортируем. Потому что без скобок не работает. Потому что не по дефолту экспортируем. То есть, если мы экспортируем дефолт, дефолтное какое-то одно значение может быть. Тогда мы можем здесь написать, во-первых, что угодно, во-вторых, оно поймет, что именно сюда нужно засунуть. Мы не по дефолту экспортировали, поэтому нам конкретно надо вот сделать вот так вот. Потому что мы можем в этих скобках, ну, много всего наимпортировать из одного и того же файла. Жмем counter. А, ну давайте посмотрим, что у нас... Breakpoint, то есть source. Ctrl-P можно нажать здесь и написать app.js, чтобы быстренько найти файлик. Вот, поставить здесь точку останова, нажать на counter. И оно нифига не работает. Сейчас, а там, помните, было два почему-то app.js? Два. Нет, здесь E папка, я не могу полный путь. Это сейчас... Test for everyone SRC. Что? А кнопку нажимаем? Или это один файл, просто первый выбран, стойте. И, ну гляньте, тут буква E, а здесь буква S. Test reactor по SRC. То же самое? Нет, не то же самое. Тут... Это не, смотрите, эта папка в SRC лежит. Статик, в статике. Localhost static, то есть как бы, ну, а это E, инкубатор, хакатон, то есть, ну, вот этот файлик, скорее всего, нам нужен. Вот, вот этот файлик нам нужен, который в статике лежит. Статик, это все компилируется, ну, короче, это тоже отдельный разговор, не будем сейчас путаться. Все, соответственно, вот мы говорим, action creator, мы передаем 12, создай мне на базе этой вот 12 вот правильный action. F11, захожу сюда, value это попадает сюда, создается объект и возвращается. И вот у нас action это объект, у которого есть type increase counter и value 12. При этом мы не создавали этот объект здесь в уровне user интерфейса в React. Это, создание этого объекта мы возложили как бы на функцию из мира бизнес-логики. И все. И мы диспатчим action, и вот он там куда-то уходит, что-то делает. Но мы еще не определили, что делает. Нам пока не это важно. Второй момент. Как правило, не создают вот так вот в переменную action и не засовывают в dispatch. Как правило, этот шаг опускают и сразу вместо и сразу вот так вот делают. То есть это убирают.
чтобы не создавать лишнюю переменную. При этом вы должны понимать, что мы диспатчим не функцию. Что мы диспатчим? Объект. Мы по-прежнему диспатчим объект. То есть мы, да, мы здесь скобочки, если бы мы скобки не поставили, то бы тут было бы тогда, да, мы диспатчим функцию. А мы диспатчим объект. Мы диспатчим объект, у которого, который получается после выполнения этой функции. То есть эта функция выполняется, action creator, action создается, и мы его диспатчим. Первая тема, которую вам важно понять. То есть все, как бы ничего такого страшного, сверхъестественного. Но на самом деле мы кроме объектов еще можем диспатчить и функции. Так называемые самки. Потому что так это нужно. Без самков вот тяжело, короче, жить. И мы сейчас должны с вами посмотреть, что такое санк. То есть мы можем задиспатчить санк с вами. Что такое санк? Опять же, санк мы можем... Санк это вообще функция. То есть санк это функция, которая там тоже что-то делает. Мы опять же могли бы эту функцию создавать вот здесь вот, в UI. Но опять же, нифига. Мы создадим для санка тоже какой-то санк креатор, скажем так. Давайте здесь создадим санк креатор. Санк креатор, тогда пока абстрактный какой-то санк, санк креатор. Если у нас action creator, вот эта стрелочная функция, action creator это функция, которая возвращает объект. Как правило, если так все коротко, то тут даже записывается все в одну строчку, вы должны синтаксис тоже понимать. Тут из-за этого еще, из-за того, что синтаксис, современный синтаксис JavaScript, он такой, давайте я сейчас напишу, он такой, блин, хитрый, то вот такой вот синтаксис. Ну, условно говоря, если у нас функция делает только то, что, то есть если наша функция только ретурнит что-то другое, ретурнит, то мы можем не ставить эти фигурные скобки и не ставить слово return. Вот так можем сделать. Но тут другая проблема, что у нас... Фигурная скобка воспринимается как фигурная скобка, открывающую функцию, а не создающую объект. Поэтому это оборачивается еще в круглые скобки. То есть вот такой вот синтаксис Ctrl-KF. То есть вы должны такое видеть, но понимать. Так, у меня getIncreaseCounterAction это функция, которая внутри себя ретурнит объект. Я ставлю пока первое и второе. То есть, если action creator возвращает action в виде объекта, то sun creator возвращает функцию, которую тоже можно задиспатчить. То есть, функция, которая, по сути, является action. То есть, мы здесь ретурнуть должны какую-то другую функцию. Вот, и эту другую функцию, уже сам Redux, когда мы задиспатчим эту другую функцию, с этой функцией Redux будет там что-то делать. И он в эту функцию запихнет два параметра. Один параметр dispatcher, второй dispatch, а второй параметр getState, по-моему. Короче, какие-то две функции. Как у sunk, как у этих, помните, у промисов resolve reject, и здесь тоже некоторые две функции. То есть все, вернули какой-то sunk creator, пустая функция, да, вот мы вот, то есть мы вернули из sunk creator вернули пустую функцию. Но эту пустую функцию мы можем задиспатчить. Идем сюда. Попробуем задиспатчить сейчас эту пустую функцию. Давайте создадим промежуточный вариант сначала. Const. Какой-нибудь sunk. Мы просим sunk. Вот просим вот этот вот sunk creator. Мы запускаем sunk creator. И нам возвращается sunk. Sunk creator мы должны импортировать. И нам возвращается sunk. Мы берем этот sunk и смело диспатчим. Санк, что это такое, Артем? Функция. Вот, сейчас к этому придем. То есть, синтаксис какой? Мы опять же, да, можем убрать эту константу и сразу сделать вот так. То есть, выглядит все как бы одинаково. Но в первом случае мы диспатчим объект, во втором случае мы диспатчим санк. Потому что в первом случае результат выполнения этой функции будет объект, а во втором случае результатом выполнения этой функции будет ретурниться функция. И вот для чего нам понадобились санки? Этот разговор сейчас потихонечку мы к этому придем. Сейчас на 3 минуты на паузу. И